В Карачаево-Черкесии продолжается реализация мероприятий по предотвращению паводковых наводнений в регионе, а это в первую очередь строительство гидротехнических и ремонт берегоукрепительных сооружений на территории республики. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии. В этом году досрочно завершили капитальный ремонт километровой дамбы на реке Большая Лаба в Предгорном районе. Теперь новое сооружение поможет защитить от угрозы затопления более 30 жилых домов и приусадебных участков, в которых проживает свыше сотни жителей Карачаево-Черкесии. Кроме того, продолжается капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Хумаре на реке Кубань, а также в этом году планируют досрочно начать ремонт дамбы на реке Уруп.